Приветствую вас, друзья! Вы смотрите канал OK English. С вами Елена Викторовна. Мы изучаем английский словарь для начинающих, проходим с вами слова по темам. И сегодня у нас с вами интересная и важная тема, которая называется travel или traveling. Путешествие. К этой теме относятся туристический словарь тема транспорта, видов транспорта также сюда входит урок, думаю, будет очень полезен и многие слов и выражения вы возьмете на вооружение. Но готовьтесь, урок, конечно, будет непростым, потому что есть о чем поговорить. Тема номер 30. Книга English Vocabulary in Use Elementary. Поехали! Итак, сперва, конечно, поговорим о видах транспорта. Я думаю, что многие из этих слов вам должны быть знакомы, но все-таки. Train, поезд, train, airplane, самолет, airplane. Очень часто вам встретится упрощенный вариант plane. Я думаю, что даже чаще, чем полный вариант plane. Самолет plane. Car. Машина car. Bus. Автобус bus. Bicycle. Велосипед. Bicycle. Очень часто используется слово bike. Укороченный вариант. Bike. Bicycle. Одно и то же. Taxi. Такси. Такси. Обращаем внимание на ударение. Такси в английском языке. Мотобайк. Мотобайк. Мотоцикл. Либо мотоцикл. Более редкое слово также может вам встретиться. Но ориентируйтесь на вариант мотобайк. Мотоцикл. Underground. Метро. Underground. Следует сказать, что словом underground пользуются в Британии, в Лондоне. Почему-то предпочитают слово tube. И американцы используют слово subway. Все три слова вы можете встретить в контексте метро. Русское слово метро, которое вам, конечно, захочется использовать, лучше не использовать. Вас не поймут. Я знаю, что в Америке, например, словом метро обозначают некоторые виды автобусного движения. То есть автобусы, не метро, обратите внимание. И словом метро... Как метро, по-моему, вообще не пользуется нигде. Поэтому выбирайте слово underground как универсальный вариант для Великобритании и слово Subway как универсальный вариант для Америки. Дальше у нас идет слово boat, лодка, boat ship, корабль, ship. Отличие между boat и ship состоят в том, что boat это маленький кораблик, да, а ship это большой круизный лайнер, например. И последнее слово helicopter, вертолет, helicopter. Также, кстати, очень часто я слышала вот в применении к helicopter в американских сериалах говорят chopper. Не знаю, почему так. Может, это какое-то сленговое словечко. Кстати, друзья мои, если кто-то есть из моих зрителей, может быть, из Америки, подтвердите, что такое chopper. Это сленг для вертолета или нет? Но давайте еще раз повторим новые для нас. Надеюсь, некоторые все-таки были новыми слова. Train. Plane. Airplane. Car бус, байсикл, байк, такси, мотобайк, мотоцикл, underground, subway, boat, ship, helicopter. Вот такие слова ничего сложного нет их нужно просто запомнить, но они настолько на слуху, что вы обязаны знать эти слова, конечно же. Так, теперь мы поговорим о полезных словах и выражениях, которые связаны с туризмом, с путешествиями. Useful travel words. Полезные слова по теме путешествия. Итак, предметы, которые вам могут пригодиться в путешествии. Это, естественно, карта. Map. Map. Карта. Дальше. Вам может пригодиться расписание. Timetable расписание. Но также очень широко в этом значении используется вот такое вот слово, которое британцы и американцы читают по-разному. Schedule, schedule. Запомните, schedule, schedule и timetable. Все три варианта вы услышите в значении расписания. Имеется в виду расписание движения транспорта, например. Дальше. Конечно, слово «customs», думаю, если вы путешествовали, вы видели, это международное слово во всех аэропортах, оно написано «customs» – таможня. «Customs». Следующее слово – это «luggage», «багаж», «luggage», но также может вам встретиться и слово «baggage», «багаж». И последнее – это passport, "паспорт" «паспорт». Passport в русском языке пишется с одной s, в английском passport с двумя. Потому что pass это проходить, как пропускать кого-то. Да? Две S, и, естественно, они остались здесь при написании. Теперь фраза: Если вы покупаете билет, вы можете спросить билет так: Can I have a single ticket to Barcelona place? Я могу купить билет до Барселоны? Либо Can I have a return ticket to Barcelona place? Я могу купить билет туда назад в Барселону. Итак, термин single ticket и return ticket. Single ticket это билет в один конец, то есть когда вы, например, из Лондона едете в Барселону. Return ticket это когда вы покупаете билет и туда и назад сразу, то есть вы берете билет до Барселоны и сразу же покупаете билет обратно из Барселоны в Лондон. Такой билет, конечно же, будет стоить дешевле и в любом случае, очень часто продают именно в такой упаковке билеты, потому что люди в основном летают на непродолжительный срок, и очень часто при въезде в страну, конечно, требуется показать, на какое время вы остаетесь и когда вы будете лететь, и ехать назад. Поэтому, естественно, return ticket очень широко используется. И мне кажется, что это очень удобно, когда ты не покупаешь отдельно один билет, потом думаешь, ой, мне же надо купить билет назад, ты сразу себе определился с датой путешествия и покупаешь return ticket, сразу один билет туда и назад. Крайне удобная вещь. И, друзья мои, надо обратить внимание на то, что в Америке эти термины звучат несколько иначе. В Америке говорят one-way ticket, то есть билет в один конец, более дословный, простой смысл в этой связке. Билет туда-назад в Америке называется round-trip ticket. Round-trip ticket. То есть single ticket и one-way ticket это одно и то же. Это билет в одном направлении. Return ticket и round-trip ticket это одно и то же. Это билет, по которому вы едете и возвращайтесь назад. Вот такое вот дело, и очень часто такие билеты продаются, как правило, на авиарейсы. Итак, вот тут пояснение single, it's Madrid to Barcelona, return it's Madrid to Barcelona and back to Madrid. То есть то, что я вам и объяснила. И следующая связка, I'd like to book a seat in advance. Либо I'd like to reserve a seat in advance. Я бы хотела заранее забронировать место. Выражение to book или to reserve переводится как зарезервировать, забронировать слово reserve и резервировать они похожи. Слово book может вас немножечко сбить с толку, потому что мы знаем, что book это книга. У слова book в английском языке очень много разных смыслов. Но если говорить о глаголе to book, то очень часто он используется в значении забронировать, зарезервировать. У слова reserve более однозначный смысл. Оно практически всегда обозначает зарезервировать, забронировать. Sit это место. И выражение in advance переводится как заранее, наперед, заблаговременно, in advance. И маленькое такое предупреждение грамматическое. Если вы хотите спросить, было ли ваше путешествие длинным, то спросите об этом так. Was the journey long? Нельзя говорить was the travel long, потому что travel это путешествие, но ну, это как абстрактное понятие. Если мы, вы имеете в виду путешествие как э, маршрут, который вы совершили, да, включая время, которое вы потратили, то в английском языке это ближе э, к такому слову, как journey или trip. Мне кажется, что мы об этих словах уже говорили, но я лишний раз повторю это. То есть travel это абстрактное понятие нельзя его использовать в таком контексте. Если вы хотите спросить о длительности путешествия, спросите was the journey long или was the trip long. И давайте еще раз повторим новые слова. Map – карта. Map – timetable – расписание. Timetable – и дополнительно schedule или schedule – то же самое. Customs – таможня. Customs – Luggage. Багаж. Luggage. И baggage. То же самое. Passport. Паспорт. паспорт, Single ticket. Билет в один конец. Или one way ticket. Return ticket. Билет туда и назад. Или round trip ticket. To book. Забронировать. Зарезервировать. To reserve. Забронировать. In advance, заранее, наперед. Теперь отдельно поговорим о путешествии на поезде by train. Обращаем внимание, кстати, что когда вы путешествуете на каком-то общественном виде транспорта, сюда относятся самолеты, поезда, автобусы. Для этого вы используете предлог by. Travel by train, путешествовать на поезде. Travel by plane, путешествовать на самолете. Go by bus, ехать на автобусе go by car, ехать на машине. И обращаю внимание, что между by и видом транспорта у вас не будет никаких артиклей, никаких местоимений, ничего. То есть связка только предлог и вид транспорта. Очень часто используется, думаю, вы ее встретите еще неоднократно. Давайте начнем сразу с выражений. The train arriving at platform 3 is the 4.50 train to Paris. Еще раз. The train arriving at platform 3 is a 4.50 train to Paris. Поезд, прибывающий на платформу 3, это поезд на 16.50 в Париж. Итак, что мы здесь видим? Мы видим глагол arrive. Arrive – это прибывать куда-либо, приезжать в какое-то место. И обращаем внимание на предлог. Обычно, если вы пребываете в какой-то город, то вы используете предлог in arrive in Odessa, прибыть в Одессу. Если вы прибываете на платформу, то используется предлог at, arrive at platform, прибыть на платформу. Но, как правило, все-таки предлог in более популярен, потому что вы обычно указываете, в какое место вы прибываете, а не на какую платформу прибываете. И заблуждение распространенное, не нужно здесь после глагола arrive использовать предлог to. Мы по аналогии с глаголами движения go to, drive to, travel to, мы используем предлог to, но только не с глаголом arrive. Я вам специально этот момент здесь выписала, чтобы, чтобы вы обратили на него внимание. The train arriving at platform 3 is the 415 trail to Paris. Поезд, прибывающий на платформу 3, это... И дальше мы указываем, какой это поезд. Обычно о поезде говорят по его графику движения. Смотрите, британцы, конечно, написали вам тут 16... 50, но я не знаю, честно говоря, как британцы, но американцы о времени никогда не говорят вот в таком формате. Они время используют по 12 речной системе, да, то есть они от 1 до 12 используют, и скорее всего они еще дадут приписку AM или PM, если этого непонятно. Поэтому я буду говорить по аналогии с американским английским for 50 train. И обращаю внимание, что время говорить так можно. Не обязательно говорить 10 minutes to 5. То есть можно использовать этот вариант, но он очень громоздкий. И в современном английском языке время говорят просто вот по цифрам, которые видят. Два иточия воспринимается просто как пауза. Four, fifty train. И куда ехал поезд to Paris? Вот здесь видим направление. И о направлении мы говорим с помощью предлога to. The train arriving at platform 3 is the 450 train to Paris. The Edinburgh train departs from platform 6. Либо The Edinburgh train leaves from platform 6. Эдинбургский поезд отправляется с шестой платформы. С платформы номер 6. Для того, чтобы сказать, что что-то отправляется, отбывает, либо кто-то отправляется куда-то, мы используем два глагола depart и depart leave, слово depart он тут подсказывает, оно очень формальное, отбывает, отправляется. Мы его в речи употребляем редко, намного чаще вам встретится глагол leave, отправляться. Смотрите, если вы говорите откуда отправляется, например, поезд, вы говорите depart from либо leave from и указываем место, откуда он отправляется. Если вы указываете куда направляется кто-то, то об этом скажут обычно с помощью предлога for после leave. Leave for – отправляться и указываем, куда мы отправляемся. The train leaves for Paris. Поезд отправляется в Париж. Запомните здесь предлог for и, пожалуйста, не путайте его. The Edinburgh train leaves from platform 6. Is there a restaurant car on this train? Есть ли вагон-ресторан в этом поезде? Restaurant car – это вагон-ресторан. Несмотря на то, что видим слово car, имеется в виду вагон поезда. Также, друзья мои, очень часто, не знаю, почему люди не знают, как будет, например, купе, хотя хотят об этом сказать. Купе на английском языке называется compartment. Я специально выписала для вас это слово. Compartment, купе поезда. Также слово compartment может использоваться в контексте небольшое помещение. И маленький диалог. Do you have to change trains for Toulouse? No, it's a direct train вам нужно пересесть на другой поезд на Тулуз или в направлении Тулуза? Нет, это прямой поезд. Итак, выражение to change trains переводится как пересесть на другой поезд. Дословно как поменять поезда. То есть, если вы не можете прямым поездом direct train добраться до пункта назначения, то вы должны сделать пересадку. Вот то, что в русском называется сделать пересадку на поезде, да, в английском это называется to change trains. И также указываем направление с помощью предлога for, как в связке live for. For to lose, not to lose, в направлении to lose. Change trains, пояснение, means get off one train and get onto another. Сойти с одного поезда и сесть на другой. Get off the train, сойти с поезда. Get off – это фразовый глагол. Get onto a train или get on a train. Можем использовать значение сесть на поезд или вместо поезда можем в этих связках использовать любой вид общественного транспорта, например, bus or plane. И как я вам уже сказала, a direct train – это прямой поезд. Насчет слова direct. Американцы его, как правило, говорят именно так, direct, а британцы могут сказать direct. И direct и direct абсолютно одинаковые по смыслу варианты, просто говорите, как вам комфортнее. Мне слово direct – Приятнее произносить, но если вам нравится вариант «direct», используйте его, все в порядке. Давайте еще раз прочитаем все выражения, которые мы здесь разобрали, а потом прочитаем новые для нас слова. The train arriving at platform 3 is a 450 train to Paris. The Edinburgh train leaves from platform 6. Is there a restaurant car on this train? Do I have to change trains for Toulouse? No, it's a direct train. А теперь давайте прочитаем наши новые слова. Arrive – прибывать. Arrive in – прибывать в город. Arrive at – платформ, прибывать на платформу. Depart – отбывать, официальное слово. Leave – отправляться, отбывать, более обиходный вариант. Leave from – отправляться из какого-то места. Leave for – отправляться куда-либо. Restaurant car – вагон, ресторан. Compartment – купе, купе поезда. To change trains. Пересесть на другой поезд. Сделать пересадку. Direct или direct. Прямой. Теперь мы поговорим о самолетах. Путешествие на самолете. Traveling by plane. Как видите, снова используем связку предлог by плюс общественный вид транспорта. You have to check in two hours before the plane takes off. Вам нужно зарегистрироваться за два часа до отлета самолета. Итак, check-in, кажется, мы с вами проходили, еще раз повторим. Check-in ⁇ это регистрация где-либо. Например, регистрация на рейс ⁇ это также check-in. Связка check-in является фразовым глаголом. You have to check in to hours. Before, до того, как the plane takes off. Самолет отлетает, взлетает. Связка take-off ⁇ это взлетать, используем мы ее обычно в контексте самолетов. Take-off также является фразовым глаголом. Take-off means leave the ground. Take off – это оторваться от земли, взлететь. You have to check in two hours before the plane takes off. Online check-in is also possible. You can check in online. «Онлайн» регистрация также возможна. Вы можете зарегистрироваться онлайн. «Онлайн» check-in, «онлайн» регистрация. В данном случае мы видим, что check-in написано через черточку, через дефис. И чек-ин используется в данном предложении в контексте существительного регистрация. Очень часто бывает, что фразовый глагол э, перестает быть глаголом и начинает вести себя как существительное в предложении. И иногда, в этом случае, мы начинаем писать связку глагола с предлогом через дефис. Это случается не всегда но такой вариант также может встретиться. Дальше, если вы даете характеристику существительного в английском языке с помощью другого существительного, например, онлайн, то вы можете использовать принцип словообразования. Группа существительных, последняя из них является ядром. Те, что стоят до него, дают его характеристику. То есть онлайн чек ин это регистрация по сети онлайн-регистрация. Также, кстати, онлайн не всегда было одним словом было отдельно существовало слово line отдельно предлог on но постепенно с приходом интернета термин online стал обозначать что-то что происходит в онлайне то есть в сети интернет связка online check-in существительно is это also possible также возможно possible возможно also также you can check in online вы можете зарегистрироваться онлайн в данном случае check in это уже глагол и используется он, как видите, в предложении как глагол. You – подлежащее, can – модальный глагол, и к нему относится инфинитив check с предлогом in. You can check in – вы можете зарегистрироваться. Как вы это можете сделать? Online – в сети, по сети. Online check-in is also possible. You can check in online. Give your boarding card to the flight attendant when you get on the plane. Отдайте свой посадочный талон бортпроводнику, когда вы садитесь на самолет. Give, отдайте, передайте. Your boarding card. Boarding card или есть другой термин. Boarding pass – это посадочный талон. По-моему, американцы говорят boarding pass, а британцы – boarding card. Ну, в принципе, оба слова являются синонимами. Когда вы прошли регистрацию, получаете boarding card или boarding pass, и вы должны его, когда вы садитесь на самолет, передать человеку, который их принимает. Называется на русском языке он бортпроводник, на английском flight attendant. Flight attendant. When you get on the plane, когда вы садитесь на самолет. Give your boarding card to the flight attendant when you get on the plane. Have a good flight. Удачного полета. Это уже пожелание, друзья. Мы очень часто в английском языке если человек улетает, например, куда-то, ему говорят have a nice journey, have a nice trip, have a good flight. Это пожелание благополучного путешествия, благополучного полета. Слово flight переводится как полет, перелет, полет на самолете. The plane lands in New York in 2.30. Самолет приземлится в Нью-Йорке в 2.30. Глагол land переводится как приземлиться. Мы знаем слово land как земля. Land, земля – это существительное. Если land используется в позиции глагола, то переводится как приземлиться. И очень часто используется с летательными средствами, например, plane. The plane lands – самолет садится. Кстати, обратите внимание, что мы везде используем именно слово plane, а не airplane. Это лишний раз доказывает, что все-таки более короткое слово стало более популярным. The plane lands in New York. Самолет приземляется в Нью-Йорке. Когда? At. И указываем время. Снова видим, что время написано как у нас или на британский манер, но по-английски я его прочитала как 2.30. 2.30. 2.30. After landing, you have to go through customs. После приземления вы должны пройти таможенный контроль. After landing, после приземления, что вы должны сделать? You have to. Вы должны have to, модальная связка, после have, если видите использование to, знайте, что вся связочка переводится как должен, обязан, необходимо. You have to do it. Ты должен это сделать. You have to go through customs. Ты должен пройти таможню. Go through customs, пройти таможенный контроль. Предлог through переводится как через. То есть дословно должен пройти через таможню through читается именно таким образом. У некоторых это слово вызывает трудности. Просто запомните, друзья мои, through, through, через. Go through customs, пройти через таможню. И выражение еще одно в тему. I went through customs, but nobody checked my passport. Я прошел через таможенный контроль, но никто не проверил мой паспорт. Проверить паспорт – это check Passport. Не нужно использовать другие глаголы, например, глагол control. Control passport так не говорится. Давайте еще раз прочитаем полезные выражения, связанные с путешествием на самолете, а после этого прочитаем знакомые теперь уже нам слова. You have to check in two hours before the plane takes off. Online check-in is also possible. You can check in online. Give your boarding card – To the flight attendant when you get on the plane, have a good flight. The plane lands in New York at 2:30. After landing, you have to go through customs. I went through customs, but nobody checked my passport. In новые слова. check in, зарегистрироваться, пройти регистрацию, take off, взлетать о самолетах, потому что take off может иметь и другие варианты перевода в зависимости от ситуации. онлайн check онлайн регистрация. Boarding card, либо boarding pass, посадочный талон. Flight attendant, бортпроводник. Flight, перелет, рейс самолета, полет. To land, приземляться. Go through customs, пройти таможенный контроль. Теперь поговорим о путешествии на машине. Traveling by car. Путешествие на машине. Снова видим связку buy плюс вид транспорта. We hired a car for a week. Мы арендовали машину на неделю. Честно говоря, hire a car, наверное, это чисто британский вариант, потому что я в основном термин rent a car. Rent в значении арендовать. Но опять же, я больше ориентируюсь на американский английский, поэтому, друзья мои, Имейте в виду, что hire – более редкий вариант, скорее всего, характерный для британского. Rent a car – это американский вариант. Поэтому и то, и то означает одно и то же, просто особенности диалектов. We rent или we hired a car for a week. For a week на неделю. We had to fill it up with petrol. Мы должны были ее залить бензином. Fill up, наполнить чем-либо. Fill up with petrol, заправиться бензином. И обратите внимание, кстати, что petrol, опять же, так говорят только в Британии. Американцы не используют слово petrol, они предпочитают слово gas. Американцы слово petrol не используют, они предпочитают слово gas. Бензин, но на американский манер. Кстати, друзья мои, вот я вам все-таки хочу сказать, что когда мы с вами работаем вот по этой книге, конечно, очень очевидными становятся отличия между двумя вариантами английского. Британским английским и американским английским. все таки многие слова как-то вот принято в разных местностях использовать свои какие-то уникальные. То есть вас, конечно, поймут, если вы приедете в Америку и скажете «I want to hire a car», но посмотрят как-то странно, да? Если вы в Америке будете искать Petrol, опять же, вас, конечно, поймут, наверное, никто вас не поправит, но посмотрят немножечко странно. Я думаю, что это звучит, наверное, так же, как человек, скажем, с украинским акцентом приезжает в Москву или человек с московским акцентом приезжает, например, в Киев. Акцент этот слышен. Некоторые слова, которые принято использовать в одном регионе и не принято в другом, их, конечно же, слышно. Но, опять же, вас все поймут. Просто вопрос в том, как местные относятся к тому, что, скажем так, коверкуют их язык. Я знаю, что есть в любых странах, в любых национальностях родителей, так сказать, правильного языка, того, который они считают правильным, и я не знаю, правда это или нет, но я слышал очень часто британцев, вот они не любят, когда со своим американским акцентом к ним приезжают, да, и со своими американскими словечками. Не знаю, насколько это так, друзья мои, я знаю, что у меня есть подписчики, которые какое-то время уже живут или жили в Лондоне. Поделитесь впечатлениями. Кстати, насчет слова tube метро в Лондоне, один из подписчиков, подписчица моя, мне рассказал, мне было очень интересно, друзьям. Поэтому делитесь своими впечатлениями. Итак. fill up with petrol или fill up with gas, заполнить бензином, залить бензином, заправиться бензином. Есть ещё один термин to get petrol to get gas. Ещё раз читаем эту фразу. We hired a car for a week. We had to fill it up with petrol. Can I give you a lift? I'm going into town. Я могу вас подбросить. Я еду в город. Выражение give a lift либо give a ride другой вариант. американский вариант этого выражения, это подбросить на машине. Give a lift. Подбросить куда-либо по дороге на машине. I'm going into town. Я еду в город. В... И еще раз читаем эти выражения. Rent a car или hire a car. Арендовать машину. Fill up with the petrol. Заправиться бензином. To get petrol. То же самое: petrol и gas одно и то же. Give a lift или give a ride подбросить на машине. А теперь, друзья, мы приготовились. Давайте с вами прослушаем. Слушать нам сегодня есть что. Прослушаем все блоки фраз из нашего урока в начитке американцев. И, кстати, здесь, конечно же, отличие между британским и американским языком станут очень очень видны. Например, вот что еще нового здесь будет термин fare, который переводится как стоимость билета. Есть вариант написания двумя словами, есть вариант написания одним словом. Здесь мы видим термины one-way ticket, round-trip ticket. Есть у нас другое название для restaurant car, dining car так говорят, опять же, в Америке. Boarding pass, как я вам говорила, посадочный талон. И rent a car, как видите, вот слово guess. Give a ride или give a lift, то есть все, о чем я вас, в принципе, предупредила, вот оно здесь есть в нашем уроке. Мне нравится, что мы с вами проходим сразу два варианта, так что вы были готовы к любой ситуации. И обратите внимание на время, как я вам и говорила, в Америке время указывается по 12 речной системе, то есть 13, 14, 15. Такое обозначение времени не используется. Ну, вроде бы все, друзья мои, все, что мы должны были пройти, мы с вами сделали. Давайте прослушаем этот блок и еще раз повторим абсолютно все слова, которые мы с вами разобрали. Travel. Can I have a round trip ticket to Chicago, please? How much is the airfare? Was it a long trip? C. By train. The train arriving at Platform 3 is the 450 train to Washington, D.C. The Philadelphia train departs from Platform 6. Is there a dining car on this train? Do I have to change trains? D. By plane. You have to check in an hour before the plane takes off. You can check your luggage before the flight. After you arrive, you pick up your luggage at the baggage claim area. Give your boarding pass to an airline employee when you get on the plane. Have a good flight. The plane landed in Chicago at 5:30. E. By car. We rented a car for a week. We had to fill it up with gas. I'm going into town. Can I give you a lift? Map. Карта. Map. Timetable. Расписание. Timetable. То же самое. Schedule. Schedule. Расписание. Customs. Таможня. Customs. Luggage. Багаж. Luggage. То же самое. Baggage. Passport. Паспорт passport. Single ticket. Билет в один конец. Single ticket. То же самое в Америке называется one-way ticket. Return ticket. Билет туда-назад. Return ticket. То же самое. Round trip ticket. To book. Забронировать. To reserve. То же самое. In advance заранее, наперед, in advance, check in, зарегистрироваться, check in, take off, взлетать, о самолете, take off, online check in, онлайн регистрация, online check in, boarding card, посадочный талон, то же самое boarding pass, Flight attendant. Бортпроводник. Flight attendant. Flight. Перелет. Flight. To land. Приземляться. Land. Go through customs. Пройти таможенный контроль. Go through customs. Hire a car. Или Rent a car. Арендовать машину. Fill up with petrol. Заправиться бензином. Fill up with petrol. To get petrol. То же самое. Petrol или gas – это синонимы. Give a lift – подбросить на машине. То же самое, что give a ride. Arrive – прибывать. Arrive Arrive in town. Прибывать в город. Arrive at platform. Прибывать на платформу. Depart. Отбывать. Официальное слово. Leave. Отбывать. Отправляться. Leave from. Отправляться из. Leave for. Отправляться в направлении. Restaurant car. Или dining car. Вагон. Ресторан. Restaurant car. Compartment. Coupé. Coupé. Поезда. Compartment. To change trains. Сделать пересадку. To change trains. Direct. Direct. Прямой. Train. Plane. Airplane. Car. Bus. Bicycle. Bike, taxi, motorbike, motorcycle, underground, subway, boat, ship, helicopter. Ну что ж, друзья мои, мы с вами прошли этот урок до конца. Обязательно повторяйте новые слова. Надеюсь, материал был для вас полезен. Как всегда, урок для вас провела Елена Викторовна, ведущая канала OK English. Следите за обновлениями и ждите новых уроков. По теме английский словарь для начинающих ровно половину курса мы уже прошли. Впереди еще 30 увлекательных, как я надеюсь, уроков. До скорой с вами встречи. Желаю вам успехов в изучении английского языка. Bye-bye.